Мы понимаем, почему немножко испугались, потому что такое, команда достаточно интересная у вас. Вот. Ну, я же говорю, что два разных тайма. Первый, второй. Второй тайм больше. Начали играть вперед, какая-то острота. Начала создаваться ворот соперника, но все-таки, видите, если в обороне играем достаточно уверенно, да, есть какие-то моменты там после стандартных положений, может быть, еще там физически проигрываем. Вот. А впереди все-таки не хватает мощи, не хватает это вот наглости такой футбольной. Это то, что касается поиграть. Сегодня в центре защиты сыграл Карп, вот это была вынужденная мера, получается. Да, у нас вроде перед сезоном было 10 защитников, на сегодняшний день осталось 4. Так что Каталин играл и в сборной Молдавии на этой позиции, и мы его использовали в молодежном периоде, так что для него эта позиция не новая, так что он достаточно надежно и уверенно. Как выглядел вверху, может быть, с первого паса от него хотелось бы более острого, но в плане разрушения он сыграл надежную оборону. Инцидент с Алиевым. Пусть лучше, что там было, и ваша оценка. Моя оценка, я ему сейчас уже все это высказал, он знает, какие у нас штрафные санкции есть, потому что игрок такого уровня, с таким опытом. Да, он получил желтую карточку, может быть, там судья и тоже его спровоцировал за задержку времени. Вроде мы угловой подавали, мы владели мячом. Вот. Но он не имел права даже тогда делать движение к судье, и это вторая желтая карточка, она... Со стороны судьи он был прав. Но Алиев был не прав, и подводить команду в последние минуты, его опыт, с таким опытом оставлять команду в меньшинстве, это непозволительно игроку любого уровня, тем более он самый опытный, он самый старший. Негативно. А игру Игоря Мадейского, наша земляка? Ну, Игорь насколько готов, настолько он сейчас и выглядит. Мы, конечно, больше ждем от него. Он в прошлом сезоне и в прошлом чемпионате в первой лиге он играл нападающего, но мы немножко вот начинаем переквалифицировать, потому что умеет и с мячом обращаться. Вот. Достаточно интересный парень, необучаемый, и самое главное, что понимание того футбола, который мы хотим видеть в дальнейшем, у него есть. Ну, Динамо не досчитал сразу троих футболистов на этом матче. Это и Акубарди, это и Панфилов, и Сухомлинов. Это ребята, ну, травмировались или как? Сухомлинов сейчас находится на просмотре в Николаеве. Панфилов заболел. Акубарди 5 игр, 4 желтые карточки. Для вашей команды очко сдубило, чи втратили 2? У нас каждое очко на счету, потому что у нас молодая команда, я на каждый вопрос это, на такие вопросы я всегда отвечаю, может быть, и все время одинаково, но решу. Для вот этих пацанов, ребят, каждое